В Молдове снова подорожал газ. Теперь за куб больше 18 леев. Новый тариф с сегодняшнего дня. В Молдове говорят, это потянет за собой и рост цен на все. Цена на газ болезненна для всех, для физических лиц, для национальной экономики и для агропродовольственного сегмента. Природный газ используется при сушке зерна, особенно кукурузы. Это сильно повлияет на цену хлеба или других производных. Цена на газ напрямую повлияет на все. Цена готовой продукции вырастет. С прошлой осени цены на газ в Молдове повышали трижды. Сначала с 4 до 11 леев, теперь с 15 до 18. Люди жалуются на нищету и выходят на протесты.